Мышиной прогулки. Вы ее видите? Уху, там все такое красивое в одежке, сливающееся с фоном осенних листочков. Муха! Видите, еще даже не растаял такой иней. Все побелело красиво, но там, где солнышко, лучи попадали на траву, там нету этого иния. А здесь все в тени, и поэтому вот все такое беленькое. И сегодня уже был лед на лужах. То есть уже минус уже. У нас в Латвии, в Риге, сегодня у нас четверг, 28, кажется, октября. Ну, еще даже желтенькие там сям деревья. Но уже недолго нам тут осталось. До совсем холодов неприятных. Муха не всегда хочет выходить гулять. А, да, шумим. Иногда она, когда дождь или что-то такое противное, она сидит дома. Я ее научила ходить, как всяких маленьких собачек, на всякие там газетки, пеленки и прочее. То есть у меня нету с этим никаких проблем. Ну, когда такая хорошая погодка, можно и выйти прогуляться и пробежаться немножко. И хозяйке заодно полезно выгуляться. У нас сейчас принимается, уже принят закон, что все собаки должны быть чипированы. В общем, так все по строгости. Обязательно все прививки. Когда собака чипируется, там якобы теперь новый паспорт выдается. То есть уже сразу по паспорту будет видно. Если на те старого образца, то значит собака не чипирована. Это прямо как с людьми. У нас эти паспорта менялись просто невероятное количество раз. То там фотографии были цветные, потом вроде бы как, чтобы выезжать за границу, надо было черно-белый. Потом что-то они еще поменяли, еще, и мы только ходили, без конца платили, меняли эти паспорта. Последний раз я меняла, наверное, где-то пару лет назад. Вот, и там такая страшная фотография. Они стали делать фотографии на месте. Раньше как бы ты приносил с собой фото, сделанное в каком-нибудь фотоателье. Я вообще не знаю, чем сейчас фотоателье занимаются, если уже никакие не нужны там ни фото, ничего. Никто уже ничем. Там муха, не приставай. Никто уже там ничего не пользуется услугами. Наверное, скоро они вымрут, как динозавры. И так, о том, чем то бишь я. А, о том, что в паспорте ужасная фотография совершенно. Прямо на себя саму страшно смотреть, и это на 10 лет. Через 10 лет, может быть, я и буду так страшно выглядеть, уже будет практически все равно. Вот, и надо было платить. Тогда еще у нас были латы. Сейчас у нас евро. По-моему, 20 лат. В общем, цены тоже растут. Так что не сделаешь паспорт, там тоже штрафы большие. Нельзя с просроченным паспортом жить. В общем, как всегда, государство усложняет людям жизнь как только можно. Ищет, где бы с него как собрать какие-то деньги. Муха довольная встретила кого-то, кто ее погладил. Пол района знает муху. Такая умилительная собака, что ее все тут любят, гладят. И она и рада. Сейчас такая деловая колбаса прошла мимо, не повалялась в ногах. Птицы там, воробьишки, шуршат. Где-то чайки еще покрикивают. У нас очень много чаек на крышах. Они, наверное, очень удобные для размножения чаек. И вот там каждое лето вопли, чайки,
молодые, куда они потом все деваются. Но здесь, конечно, рядом река наша Даугава, и, в общем, не так далеко лететь до моря. Но они очень любят в городе селиться. И потом соревнуются с воронами на помойках. Драка за еду всякую разную, в общем. Совсем уже не морские птицы у нас теперь, чайки. Причем даже не чайки, а такие, как бакланы, альбатросы громадные. У меня у знакомых на Иманте один вот этот баклан большой. Он через открытое окно на кухне, он прямо залезал в комнату и знал, где там еда для кошек. Ходил и ел эту еду, всех гонял, потом съев все, аккуратно выходил и опять летал около дома в ожидании. Так, муха делает свои дела, не будем ее смущать. Будем смотреть на красивые желтые листики. Птицы там поют. И что сейчас петь? Гнезда же сейчас никто не строит. Или это прощальная песня лету? Наверное, это прощальная песня лету. Так, мы с мухой. Полная прогулка с мухой по моему маленькому микрорайончику. Очень красивая аллея липовая, но очень быстро облетела. Почти не успела я пофотографировать, потому что был ветер сильный. И за один день вот все деревья стали лысые. Муха, подожди. Тут хоть не часто, но машины все-таки ездят. Надо смотреть. Вот такая вот красота липовая, вернее, уже остатки красоты. Муха тоже шуршит листиками. Она как маленькая собачка, все-таки такая аккуратная очень. У меня перед этим был дворняк, замечательный такой Бимка, 17 лет прожил. Вот он любил валяться на снегу, в листьях, на траве. В общем, где-то всегда у него было находилось занятие. Так, где тут моя собака? Она меня закрутила, а я закручу вас. Всякими задворками и дворами. А вот впереди женщина идет тоже. Решила пошуршать. Ой, кошка сидит, я ее не заметила. В общем, о чем вижу, о том и пою. Ну, все так здорово. Такое солнышко, так классно. Кошка с ошейничком от блох. Значит, чья-то домашняя. О, киса. Ну, мышенцы, давай. Где ты там? О, как здесь хорошо шуршать. Здесь никто не убирал листики. Ну-ка, пойдем пошуршим. Там целая аллея шуршунная такая. Там домики для кошек. Там живут кошки, кто-то подкармливает. Ну, хотите, не особенно-то и бояться.
Идем. Сейчас, наверное, где-то часа три примерно. Такие пустынные дворы. Никого нет, никто не гуляет. Ну, муха. Какая красота. Сколько здесь желтых листиков. Как хорошо, что до них еще не добрались дворники. Муха поскакала. Все в листиках. Ой, тут под листьями легко на что-то наткнуться и поскользнуться. Какая хищная киса на нас смотрит. Ой, еще одна. Там впереди собачка идет. Муха, собачка, собачка. Добрый день. Ну, не хочет. Да, дружить не будем. Не желает. У них есть свои любимые собачки, а есть нелюбимые собачки. От чего это зависит, совершенно непонятно. Это как духи. Одни и те же кому-то нравятся, кому-то нет. Прогулочка. Сейчас уже завернем в дом. Надолго ее не хватает, но вот на 12 минут. Хороший. Хороший. Довольная. Взяли на руки. Хрю-хрю. Муха, не сиди. Муха стырила игрушку. Неси, неси домой, домой неси, пока не отобрали. Так же надо же всем похвастаться. Наступит на тебя. Наступит на тебя, малыш. Ой, всем похвастаться надо. Ой, всем похвастаться. Все, довольна. Пока не отобрали. С добычей, муха с добычей. Ну, понесет. Игрушка почти с ней рост. Мухе подарили игрушку. Она сама себе подарила. Так и пойдем. Да. Мухина добыча. Там ей все время давали какие-то маленькие игрушечки. И вот она так привыкла. Она теперь каждый раз, когда заходит, ищет, что там можно выпросить. Сейчас понесет, надеюсь, домой. Ну и куда ты идешь? Пошли домой. Ты же не будешь гулять с ней? Вот такая деловая колбаса. Интересно, как ты будешь по лестнице прыгать.
она ее выбросит, чтобы я занесла по лестнице, что она и сама-то с трудом по лестнице прыгает. У чихуашек очень коротенькие лапки, но я уже понимаю, да, что ты уже хочешь ее оставить, неси, хозяйка. Ну, давай, муха, пошли. Так, хозяйка, открывай двери. Неужели по лестнице потащит? Так, ой, я уже забыла. Какой у меня тут кот. Нет, бросит, бросит. Все, на добыче. Принесла домой, довольная. Ушенцы, запаришься. Давай мы с тебя снимем одежку. Потом будешь играть.